Скворечник. Наступила настоящая весна. Бублик и Кисточка гуляют вместе с дедушкой в парке, наслаждаясь весенним солнцем. Спорим, я перепрыгну эту лужу? И оп! Ой. Вот как это делается. Оп! Ой, смотрите, какие смешные маленькие вороны. Это не вороны, это скворцы прилетели. Откуда прилетели? А зачем они улетали? Осенью скворцы улетают в теплые края, а весной возвращаются обратно. А зачем они возвращаются? Чтобы откладывать яйца и высиживать птенцов. Это для них строят специальные домики. Скворечники. Правильно, Кисточка. Скворечники иногда крепят на фруктовых деревьях, поскольку скворцы уничтожают вредных насекомых. А давайте тоже сделаем скворечник. Да, давайте. Семейка собачек. Веселый денечек. Гав-гав. Гав-гав-гав. Семейка собачек весело живет. С бабулей, с дедулей песенки поет. Гав-гав-гав, много забав. Семейка собачек, гав-гав-гав. Гав-гав-гав, много забав. Семейка собачек, гав-гав-гав. Оказывается, непросто делать скворечник. Зато это очень здорово. Дедушка, а можно и мне гвоздь забить? Можно. Только будь осторожен и береги пальцы. А мы с дедулей настоящий скворечник сделали. Неужели самый настоящий? Мы с моим дедушкой тоже когда-то делали. Уже придумали, где будете вешать скворечник? Ну, на каком-нибудь дереве. А что, это так важно? Скворечник нужно вешать на достаточной высоте, чтобы птиц никто не беспокоил. И чтобы они никого не беспокоили. Думаю, парк для этого прекрасно подойдет. Ага, и птицам там будет веселей. В большой компании. Только... кто сможет так высоко забраться на дерево? Я как раз собирался немного размяться. Мне кажется, я еще не забыл, как лазить по деревьям. Ура! Мы идем вешать скворечник! Вот здорово! Семья скворцов сможет сегодня отпраздновать новоселье! Мне кажется, это дерево вполне подходит. Думаю, скворцам здесь будет удобно. И самое главное, на него будет несложно взобраться. Отличная ветка! Сюда и повесим. А как же его крепить? Ой, а об этом мы не подумали. Ну вот. Что же теперь, скворцы останутся без дома? Нужно привязать чем-то, что не повредит дереву. Ой, какие миленькие! Папа, эти скворцы уже прилетели в наш скворечник. Что же делать? Эх, была не была. Ура! Скворцы нашли новый дом! Семейка собачек. Веселый денечек. У папы на работе. Было обычное пятничное утро. Но пройдет ли этот день для папы так, как задумывался? Ну все, я убегаю на репетицию. Репетицию? Ну конечно, отчетный концерт на носу. Ты ведь не забыл? Конечно, нет.
Просто пятница очень быстро наступила. Ребята, ведите себя хорошо. Пока-пока. Ну и чем мы сегодня займемся? Пойдем в кино? Может, лучше в цирк или в парк? На экскурсию. Сегодня я покажу вам свою работу. К папе на работу! Ура! Ура! Семейка собачек! Веселый денечек! Гав-гав! Да, да, да! Семейка гав-гав собачек весело живет. Гав-гав. С бабулей, с дедулей песенки поет. Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек, гав-гав-гав. Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек, гав-гав-гав. Ого! Ну вот, а здесь мы разрабатываем крутые приложения. Вау, как круто! А что мы здесь будем делать? Вот, посидите здесь и немного порисуйте. Только не шалите, я скоро вернусь. Хорошо, окей. Мне надоело рисовать. Мне тоже. О, давай запускать самолетики. Давай. Первый пошел. Ой, листики закончились. О, вот эта штуковина. О, очень странно. Ничего не понимаю. До запуска ракеты осталось 3, 2, 1. Пуск! Красота какая! Сигнал пропал. Дети, у меня для вас будет очень важное задание. Отнеситесь к нему со всей серьезностью. Какое? Пообщайтесь с нашим искусственным интеллектом. Искусственным интернетом? Искусственным интеллектом. Привет, Робби. Я привел вот тебе новых друзей. Доброе утро. Рад знакомству. Привет, Робби. Попробуйте-ка научить его чему-то новому. Ну что, время обеда, и я могу уйти сегодня немного пораньше. То есть они могут соединяться в одного большого робота? Ну, наконец-то ты понял! Это такая скучища! Девочкам просто не понять! Точно! Невероятно! За один день он выучил столько новой информации. Теперь я знаю о детях все. Как Мэри Поппинс. Это гениально. Программа «Няня» развлечет ребенка беседой. Бублик, кисточка, спасибо вам. Вы очень помогли. Мы старались. После обеда с меня мороженое. Ура! Семейка собачек, веселый денечек. Ловцы снов. В некотором царстве жила принцесса. Но злая ведьма наслала на нее страшное проклятие, и она погрузилась в сон, который способен прервать только поцелуй прекрасного принца. Еще не приехал? Эх, понятно. О, я его вижу, едет. Кисточка, просыпайся, уже утро. Семейка собачек, веселый денечек. Гав-гав. Да, да, да. Семейка собачек весело живет. С бабулей, с дедулей песня.
поет. Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек. Гав-гав-гав. Ты опять спать легла? Я хочу досмотреть сон. Ты разбудил меня в самом интересном месте. Вдруг я еще успею. А нельзя досмотреть его ночью? А сейчас утро. Пора завтракать. Да как же завтракать, когда там? Ох, как же теперь досмотреть до конца? И ничего нельзя сделать? А нельзя их заказать? Нет, службы доставки снов не существует. А может поймать? Я знаю один способ. Мне в детстве он помог словить парочку очень интересных снов. Но это другая история. Ну давай попробуем. Так. Вот же он. Нет. Ну был же где-то. Мам, может тебе помочь? Нет, только не лезь сюда. Это опасно. Я почти уже вытащила его. Может, папу позовем? А то мама весь чердак перевернет. Ура! Вот он! Ура! Нашелся! Ну давай же! Вытаскивайся! Дети, поберегись! Ой! Ох, сколько снов он мне поймал! Да каких! Только тут были камушки и перышки на хвосте. Наверное, они потерялись на чердаке. Как теперь быть? А он будет работать без запчастей? Так. Так. О, Бублик, давай свои фигурки от конструктора. Кисточка, принеси мою старую летнюю шляпу. Сейчас мы все исправим. Здорово! Так, это сюда. А это вот так. Вот так пусть будет, чтобы ни один сон не проскочил. Надо повесить над кроватью. Чтобы сон был про принца. А если там детали от моего конструктора? Может, и мне что-то приснится. Надеюсь, нам приснится то, что мы ждем. Обязательно все получится. Закрывайте глазки и ждите приключений. Спокойной ночи, Бублик. Спокойной ночи, Кисточка. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи. Супермаркет. Сегодня семья Бублика и Кисточки ждут гостей к ужину. С самого утра мама готовится к их приходу, а папа, Бублик и Кисточка ей помогают. У меня красиво получается. Очень красиво. А у меня? И у тебя, Бублик. Вы такие хорошие помощники. Спасибо. Я в магазин. Что-нибудь еще нужно купить? Вот, я все записала. Просто купи все по списку. Я недавно сделал новое приложение. Занесу твой список в него, просто сфотографировав. А можно мы с папой в магазин? Конечно. Идите, собирайтесь. Готово. 21 век на дворе. Оп. Держи. Семейка собачек. Веселый денечек. Гав-гав. Гав-гав-гав. Семейка собачек весело живет. С бабулей, с дедулей песенки поет. Гав-гав-гав, много забав. Семейка собачек. Гав-гав-гав, гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек, гав-гав-гав. Аф-аф.
мы на месте! Ура! Приехали! Отлично! Купим вкусняшек! Я первый! О-оу! Так, что же я должен был купить? А можно мне бантики? Да, конечно! О, мне кажется, нам нужна эта штука! Ага, бери, бери! А что это такое? О, а можно я шоколадной пастой зубы буду чистить? Фантус? Да, можно. Класс! То есть нет, нельзя. Подождите, я совсем запутался. О, вы помните, что мама просила купить? Я не помню. И я. А что? Телефон разрядился, а список в нем. И что же теперь делать? Ага, мама расстроится, если мы ничего не купим. Дайте минутку, попробую все-таки вспомнить. Так, сыр, сметана, торт. Что же там еще было? Дай мне, я попробую. Эй, о, прикольно! Ой. Слишком высоко. Папочка, помоги достать журавлика. О, это же список! Ура! Мы ура! Нашли список! Ну теперь мы сможем список? Купить все, что нужно. Хорошо, что вы так быстро вернулись. Все купили? Все четко по списку. И даже больше. О, как приятно! А теперь давайте печь пирог. Скоро уже гости придут. Ура! Пирог. Семейка собачек. Веселый денечек. Волшебное семечко. Сегодня замечательный день. Бублик и Кисточка отправляются на дачу к бабушке и дедушке. У меня для вас очень важное поручение. Ого! Какое? Вы должны посадить вот это семечко. Посадить? А как это? Дедушка вам все расскажет и покажет. Нам пора ехать. Вы готовы? Да! Да! Семейка собачек! Веселый денечек! Пока-пока! Гав-гав! Гав-гав-гав! Семейка собачек весело живет. С бабулей, с дедулей песенки поет. Собачек, гав-гав-гав. Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек, гав-гав-гав. Дедушка, а как посадить семечко? Ну, это очень просто. Нужно выкопать ямку, положить в нее семечко, закопать и полить водой. Что? И все? И все. Я думаю, мы справимся и сами. Так, нам нужна лопатка и лейка. Я за лопаткой. А я за лейкой. О, что-то приморилось. Оп. Ой, куда она исчезла? О, вот так чудеса! По-моему, ямка глубокая. Ямка как ямка. А если ему будет там страшно? Не говори глупости, кидай! Не буду.
Кидай! О, ой. А вот и моя лопата. Ой, ой. И моя лейка. Чем это вы тут занимаетесь? А мы тут зернышко сажаем. Вам нужна помощь? Не помешает. Хорошо, давайте выберем место, где больше солнца. Хорошо. Ох, и шалуны. Ну вот, ямка готова. Кисточка, клади семечко, внученька. А ему там не будет страшно? Ну что ты, семечку это даже понравится. А теперь уже можно поливать? Погоди, сначала нужно присыпать землей. А теперь уже можно? Теперь можно. Какие же вы молодцы! Только не забывайте его поливать каждый раз, когда к нам приезжаете. Ура! Не забудем! Не забудем! Семейка собачек! Веселый денечек! Наступила осень, и приближается очень важное событие – праздник урожая. Едут! Везут нашу большую тыкву! Ура! С ней мы точно завтра победим! Такая тяжелая, еле погрузили ее. Надо бы запечатлеть этот исторический момент. Внимание! Семейка собачек! Веселый денечек! Гав-гав! Гав-гав-гав! Семейка собачек весело живет. Гав-гав! Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек, гав-гав-гав. Гав-гав-гав, много забав. Гав-гав. Семейка собачек, гав-гав-гав. И раз, два, три, взяли. Эх, давай. Несем. Ой. Ой-ой-ой. Такая тыква была. И как же нам теперь участвовать в празднике? Отставить панику. Я знаю, что нужно делать. Собирайте тыкву и несите ее на кухню. А так, где же он? Вот. Это семейный рецепт лучших на свете тыквенных пирогов. Его передала мне еще моя бабушка. Пироги? Никто же не поверит, что они из нашей большой тыквы. А мы из уцелевшей части сделаем поднос для пирогов. Ага. И дополним все это нашей общей фотографией. Ура! Мы спасены! Ой, я так волнуюсь! Вот-вот, сейчас будут объявлять победителей! Итак... В этом году на празднике урожая за самый креативный подход первое место получает семья Бублика и Кисточки. Ура! Ура! Семейка собачек, веселый денечек. Класс! Сегодня Бублику и Кисточке некогда скучать, ведь они залезли на чердак. А среди старых вещей всегда можно найти что-нибудь интересное. Ой, не пугай меня, Бублик! О, воздушный змей! Так высоко! Сейчас достану! Эх! О,
Ой, Бублик, будь аккуратен, пожалуйста. Не пережив. Ой, видимо, шишка будет. Что это у тебя? Посмотрим. Карта сокровищ. Ура! Будем искать клад. Семейка собачек, веселый денечек. Гав-гав. Гав-гав-гав. Семейка собачек весело живет. С бабулей, с дедулей песенки поет. Гав-гав-гав, много забав. Семейка собачек, гав-гав-гав. Гав-гав-гав, много забав. Семейка собачек, гав-гав-гав. Сейчас здесь, значит, нам туда. А это точно наш дом? Карта же была на нашем чердаке. Ну да. А что делать теперь? Что-что, клад искать. Пойдем. Так, 5 шагов прямо. Теперь налево. Снова прямо. Фонтанчик же там. Может, мы где-то не туда свернули? И что теперь делать? Пошли к нему. Только теперь ничего не перепутай. Хорошо. Ой. Ой. Опять. Я ничего не понимаю. На этой карте все не так. Ага. Мы уже 3 раза заново начинали. И каждый раз тупик. Как теперь клад искать? Эх, я не знаю. Эх. Дети, что-то случилось? Мы клад найти не можем. Какой такой клад? Ну-ка. О, это же моя карта. Твоя? Я зарыл этот клад, когда был ребенком. Ого! Ха, класс! Пап, а что там? Всякие важные вещи. Скоро вы их увидите сами. Пойдемте со мной. Класс! На поиски клада! Ура! Класс! А, вот почему вы не могли найти. Когда-то давно дедушка вместо фонтанчика построил эту беседку. Ты уверен, что копать нужно здесь? Да, много чего поменялось за эти годы в саду. Но я помню место. Ура! Клад! О, глазам не верю. А это что такое? Это самая крутая игра. Сейчас покажу. Класс! Я просто обожал ее в детстве. Игра крутая. О, да. О, хотите послушать музыку моего детства? Ура! Одна из моих любимых групп. Мне очень нравится эта музыка. Как же здорово все это вспомнить. Очень здорово. Крутое детство. Семейка собачек. Веселый денечек. Новая машина. Сегодня семья Бублика и Кисточки хотела отправиться в парк. Но с самого утра что-то не заладилось. Эх, похоже, все. Что все? Наша машина совсем сломалась. И ее уже никак не починить? Боюсь, уже нет. Может, нам стоит подумать о покупке новой машины? Да! Тогда решено! Идем за новой машиной! Да! Семейка собачек, веселый денечек. Гав-гав. Гав-гав-гав. Семейка собачек весело живет. С бабулей, с дедулей песенки поет. Гав-гав-гав, много забав. Семейка собачек, гав-гав-гав. Гав-гав, много
Много забав. Гав-гав. Семейка собачек. Гав-гав-гав. А что будет с нашей старой машиной? Мы сдадим ее в переработку. А как это? Это когда машину разбирают на запчасти, переплавляют и делают из нее современную, более экологичную машину. О, ух ты! Ого! Тут столько машин! Вау! Так... Вот, вот то, что нужно! Смотрите, какая она яркая и красивая! Ну ты даешь, кисточка! Как ты себе представляешь папу за рулем этой машины? Хочу, 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 хочу! Мечта! Вау! Вот это да! Это то, что нам нужно! Давайте купим эту машину! Вот, отличный вариант! Красивая и компактная! Как вам? Ее и я буду водить с удовольствием! Красота! Постойте, я знаю беспроигрышный вариант. Вот она, машина мечты. Кажется, так мы машину не выберем, потому что у нас совершенно разные вкусы. Давайте спросим у продавца. Может быть, он что-нибудь посоветует. Я сейчас его позову. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Мы хотим купить машину, но не можем выбрать. Нам нужна такая, чтобы подходила всем. Так-так-так, кажется, я знаю, что вам нужно. Идемте со мной. Отличная машина! Ну что, как вам? Мне очень нравится. А вам? Да! Тогда решено! Покупаем эту! Эта машина такая классная! Даже не верится, что она теперь наша! Предлагаю в ближайшее время отправиться на ней в небольшое путешествие. Я за! Я за! Семейка собачек! Веселый денечек! Теперь семья будет ездить с комфортом. Главное – уметь договариваться и находить варианты, удобные всем.